Я наконец-таки на Самарке. О, не без приключений сюда добрался. Расскажу потом. Сейчас иду в воду, в мутную воду в Самарке. Первый вообще раз в жизни искупался, буду купаться на Самарке. Раньше купался либо на речке Сок, либо в Волге. А он девушка. В стороне. Фу, блядь, ну вода, конечно, мне пахнет говном полным. Но люди купаются, значит, вот тут безопасно. По крайней мере, нет таких особых сомнений. Как говорят, не зная броду, не суйся воду. Но можно делать еще один вывод. Если люди купаются, ну, человек 2, 3, 5, 10, более 10, то, значит, пляж безопасен. Вроде как это должно быть. Они же не купаются на той стороне моста. Так, все. О, хватит. Хватит лирики. Заходим. Заходим в воду. Реально что-то говно какое-то взбрасывает. Сейчас мы увидим дно. Все на дно. Все на дно. Увидим дно. Галька да песок. Вот. Я уже чувствую тину. Но тут нормально вроде как это должно быть, да, или нет? О, о. Так, надо в стороне. Туда, ближе к народу. А, поплыву! Ух, как меня отнесло течением. А вот солнышко, а вот вот. А вновь. Не надо сейчас. А вновь на дно, все на дно. Ну как вам дно понравилось? Вы все видели сами. Вот такая вот она, Самарка. Очень коварная река.